Лощев Николай Филиппович, Смирнов Василий Михайлович. Свечи в память о погибших на войне жителях деревни Салманово. 10. Ровно столько их ушло на фронт. Завтра была война. Слова из повести Бориса Васильева пробирают до дрожи. Вероломное нападение нацистов на русскую землю. Только вчера отгремели выпускные балы, а в 4 утра жизнь разделилась на до и после. Живые камни. Они помнят историю. Их цвет – будто застывшая кровь тех, кто не дожил до Дня Победы, но сделал все, чтобы он наступил. Этим камням миллионы лет. Значит, мы их нашли. Значит, дальше, ну, мы хотели же привязать к славе и памяти, и чести воинов. Да, мы эти камни нашли в карьере Усадкова. Значит, это граница Можайского, Русского, Одинцовского района. Это линия обороны Москвы. Акция символична, она носит очень мощный патриотический и национальный характер, национального единства. Действительно, мы все собираемся и вспоминаем, и повторяем себе каждый раз, что этого не должно действительно произойти снова. Никогда больше не должно быть боя. Огромной ценой досталась та победа. Об этом нельзя забывать, пока мы будем это помнить, будет жив наш народ и будет жива Россия. Почетный караул, море цветов и тишина. Здесь хочется молчать, как эти камни памяти и скорби, привезенные сюда с огненных рубежей. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».